Я думаю, государству нужна ревизия законов. У нас много принято противоречивых, нужно брать противоречия. Кроме того, нам нужна комиссия не только по снятию противоречия, нам нужна комиссия и по упрощению законов. Некоторые наши законы настолько сложны, что нормальные люди не имеют возможности ими пользоваться. Итальянцы, например, молодцы, создали комиссию во главе с вице-премьером по упрощению своих законов.